рыбакам, и не рыбакам, и рыбачкам. Красногорск, 11 февраля. Только приехали, время, ну, 12:30, наверное. Смотрим. Вот Евгений. Где-то около часа рыбалки. Сборы, раскладки. Вот у него здесь неплохой улов селедочки. Корешман, мелкий, крупный, разный. Рыбачим. Морской, речной, морская, речная, озерная. Все, все три вида. Все у нас. Сидим, балдеем. На улице дубак, у нас ништяк. Кайфуем. Сейчас посмотрим, кто там на улице. А на улице никого нет. Никто не хочет сюда идти пешком. Три человека. Все. Всем привет. Отчет с Евгения. Он сегодня задал темп рыбалки. Всем пока.